Здарова, братва! Вы на канале КБ или Курбо Бро. Сегодня в видео мы объясним, как мы настраиваем вот этот редуктор для сварки Авроры 180. В общем, быстренько, как мы настраиваем, объясню почему, и поехали. В общем, что нам нужно? Поставили редуктор. Объясняю, почему этот редуктор, вкратце объясню. Этот редуктор у нас выдает расход в литрах сразу, то есть мы нажали кнопку на сварке и видим, сколько в литрах у нас потребляет сварка газа углекислоты. Если взять какой-нибудь редуктор, на котором будет вот эта стрелочка давления и еще один датчик давления, типа, ну, по давлению я не очень понимаю, как это все рассчитать и правильно сделать. То есть, ну, мне кажется, что логичнее будет купить именно редуктор, который высчитывает сразу все на шкале, показывает в литрах. Вот, поэтому, покупая сварку, мы взяли именно такой редуктор. Вот, название видно в названии видео. Вот так вот здесь мы видим сварок у 30,5R. Вот. Что мы делаем, значит? Установили на баллон, прикрутили его, прикрутили подачу к сварке. Дальше. Берем на сварочном аппарате, открываю, отключаю подачу проволоки. Вот таким вот образом. Ролик отстегнул. Все, супер. Дальше. Сварку можно включить пока. На редукторе вот этот вот, видно, да, болтик, так называемый, заглушечку, мы откручиваем. Здесь ключ на 11. Здесь у нас шестигранник. Супер. Это кладем, шестигранничек мы уже подготовили. Что мы делаем? Вставляем шестигранник. Вот этот, крутилочку, вот эту, значит, я открываю на всю. Просто полностью. То есть здесь мы не регулируем в данный момент вот эту подачу. Регулируем конкретно полную подачу с баллона целиком, которая идет у нас, да, общая. Значит, нажимаем кнопку. Ильхан, возьми эту штуку, нажми. Нажимаем кнопку и смотрим. Нажал. Ага, здесь она пошла. Все. Пробуем, как она у нас настраиваем. Смотрим, сколько у нас расходуется. Например, нажимаем кнопку, смотрим. Вот она у нас пошла. Нажми и держи, Ильхан. Все, держим. Вот. Сюда кручу. Кручу сюда. Видно, как она тухнет, да? Вот она. Например, если мы будем варить там на улице в какую-нибудь ветреную погоду, то, ну, расход у нас будет газа где-то в районе 15 литров. Вот я ставлю там, ну, допустим, с запасом чуть-чуть. Вот там, пятнашку, да? Все, подкрутил, здесь у меня 15. Все, отлично. Этот я вытаскиваю, бросаю. Все, здесь у нас как бы максимальное 15 литров теперь. Но варить нам нужно в основном, мы варим, допустим, в гараже, там в слесарке где-то. Там нет ни ветра, никаких таких условий, которые будут препятствовать газу, выходу газа. И, соответственно, нам нужно будет настроить, ну там, смотря на какой металл, ну в районе 10 литров в минуту на выходе. То есть мы здесь настроили все максимальное, у нас получается 15 литров. И теперь нам нужно просто под себя настроить вот этой крутилочкой, сколько нам нужно в данный момент. Все, здесь не трогаем, можно закручивать заглушку. Нажимаем кнопку, смотрим, расход у нас пошел, да? Блин, она запотевает. Жми и держи, Люхан. Все, вот она. И теперь я просто начинаю ее закрывать. Потихонечку. Потихонечку меряю. Ага, вот она пошла, все. Вот теперь она легко регулируется, видите как. Все, то есть буквально там, ну вот, крутим, да, оборот почти у нас, полоборота. И мы понимаем, что вот четко настройка есть. Все, образно держим. Верхнюю часть поставили шарика. Все, вот она готова, бросай. Все, вот стабильность. То есть нажал на курок. Все, пошла 10. То есть четко. Все, теперь здесь у нас настроено. Эту мы заглушку закручиваем обратно. Если же мы здесь откроем на всю общий и начнем настраивать вот этим маленьким, то нам будет тяжело словиться. То есть здесь мне почти оборот нужно сделать, чтобы вот эту шкалу всю по настройке сделать. А если открыть вот это полностью, то вот этой штукой получается так, что только чуть, и она начинает сразу вверх долбить. Настройка, ну, сложной происходит корректировка.
Поэтому, в принципе, ну, адекватнее сделать так. То есть этим настроили максимальную подачу нашу, сколько она будет, а этим уже регулируем, сколько и какие погодные условия, ну, уже от остальных факторов настраиваем. И все. Вот таким образом. Здесь мы, по крайней мере, понимаем точно, что расход у нас идет точный. Вот. Нажал, сейчас я покажу. Нажал, десятка. Все. Все четко. Опять же, само собой, все зависит от того, какой газ, температура у нас и остальные факторы. Ну, сейчас мороз где-то минус один. Ну, вот работает, как вы видите, в принципе. Вот таким образом, в принципе, выглядит настройка. Пишем комментарии, оставляем свои. Если есть какие-то вопросы или опровержения, можете оставить внизу. А так, подписываемся на канал, канал о технике. И ждем новых видосов. Не забываем ставить колокольчик. Всем пока, до новых встреч, всем удачи.